18 октября на базе лицея номер 8 имени Аметхана Султана состоялось торжественное вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации воспитанникам образовательного учреждения муниципалитета и участникам всероссийского движения «Первых». Открыл мероприятие торжественной речью директор школы Рашид Абдуллаев. Сегодня вы получаете паспорт гражданина России. Наша страна самая могучая, самая замечательная, самая прекрасная страна в мире. И поэтому быть гражданином России – это особая гордость. Я думаю, вы, каждый из вас, прочувствуете этот момент, этот торжественный день. И всегда будете помнить, что вы будущее нашей страны. Основная цель проведения данного мероприятия – это оставить в памяти детей этот знаменательный день, в котором они стали более ответственными и взрослыми. Поддержать ребят в такой важный и ответственный день прибыли заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева, специалист ДРО движения «Первых» Ольга Мусанабиева и член организации «Боевое братство воинов Афганистана» Насир Бурчаков. Я хочу, чтобы каждый из вас тоже был патриотом своей нашей страны. Это великая Россия, и мы должны быть патриотами и ценить, и радоваться, что мы живем в России. Вместе с паспортом, однако, вы получаете и ответственность за ваши поступки. Вы теперь будете отвечать за каждый поступок и нести ответственность гражданскую, административную, уголовную. Если до сих пор за ваши поступки, если вы что-то, какой-то проступок посовершали, нес ответственность ваш родитель, теперь вы сами несете ответственность за свои поступки. Представители ведомств города Каспийска торжественно вручили паспорта детям и прикрепили значки членов всероссийского движения «Движение первых». Завершилось мероприятие выступлением воспитанников образовательного учреждения, которые, в свою очередь, исполнили патриотические хиты.